Всем привет! С вами канал AlexDenPro. И в этом выпуске я расскажу вам о том, как превратить свой смартфон в шпионскую веб-камеру. Для этого нам понадобится программа. Программ подобных в интернете полно. Ну вот я скачал такую IP-webcam. Собственно, нам понадобится подключение к интернету и эта программа. Вот, выбираем внизу «Запустить». Вот начнется трансляция. Также можно выставить еще дополнительные настройки. Там выбрать разрешение видео, фокус, ну и всякие такие вот по камере отдельно настройки. Итак, нажимаем «Запустить». Как вы видите, трансляция уже началась. Сейчас я установлю нашу камеру. Внизу нашего видео, вот видно, сколько подключено к нашей камере, да? И адрес нашей камеры. То есть, если мы будем вводить HTTP, да, вот эти все, в интернете. Значит, закрепляем нашу камеру. Так, поехали. Открываем браузер и вводим адрес нашей камеры. Так, как написано. Просто цифры. Я вот уже его вводил. Как вы видите, сохранилось у меня, да? Нажимаем Enter. Все, подключение пошло. Вот мы попали на страничку нашей программки. И нам предлагаются варианты режим прослушивания и режим просмотра. Выбираем, допустим, флеш. И здесь тоже флеш. Теперь мы встали получать, как видеопоток, так и звуковой. Ну, допустим, возьмем нашу камеру, да, и попробуем ее немножко поносить. Вот такая вот простая. Камера. Простая программа. Я думаю, дальше вы сами разберетесь. Ну что ж, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Пишите комментарии. И подписывайтесь на наш канал. Спасибо. Пока-пока.